Активное участие в голосовании приняли жители Карачаевска и Карачаевского района. Отдать свой голос за будущее страны пришли старейшины, долгожители и участники СВО. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. С самого раннего утра в ауле Хумара Карачаевского района принять участие в выборах президента России пришли старейшины в национальных костюмах. Почетные жители аула с полной ответственностью понимают важность этого события в стране и своим примером призывают всех жителей Хумары принять участие в судьбе государства. За эти выборы, чтобы нормально прошли, ну, кто захотел за кого-то, пускай он нормальный наш президент будет. И Аллах. Чтобы война быстрее закончилась. Это праздничный день. От президента будет зависеть, что вот будет у нас впереди. Сегодняшнее участие я очень рад, потому что мирно все проходит у нас в ауле. Никаких скандалов, никаких шумов нету. Дай Бог, чтобы это по всей России было. По всему бывшему Советскому Союзу, где наши ближние соседи, бывшие на СССР, чтобы они тоже за нас, многие сейчас голосуют, живущие там. Участник СВО Алексей Ниценко прибыл в родную республику прямо из госпиталя, чтобы исполнить свой гражданский долг. Именно ради будущего государства мы не могли остаться равнодушными к этому важному событию, отмечает Алексей. Для моей семьи очень важный день. Мы с супругой прибыли на голосование. Я с госпиталя, меня отпустили проголосовать. Я хочу проголосовать в своей республике, ну, в том месте, где мы проживаем. Сын мой уже проголосовал на СВО, он тоже участник СВО у нас. Свою активную гражданскую позицию выразила почетный работник общего образования России, заслуженный учитель Карачаева-Черкесии, долгожительница Карачаевска Софья Барлакова. Софье Юсуповне в этом году исполняется 100 лет. За свою жизнь она голосовала не единожды, считая, что это ее гражданский долг. Представители мэрии Карачаевского городского округа и работники первой школы Карачаевска, где долгие годы проработала Софья Барлакова, вручили долгожительнице цветы и пожелали ей долгих лет жизни. Ваш голос важен. Голос каждого избирателя важен и очень нужен нашей стране. Спасибо вам огромное, что вы есть у нас. Спасибо вам огромное, что ваши родные и близкие всегда с радостью и теплом нас встречают и принимают. Дай Бог вам здоровья, мирного неба над головой, вашим детям тоже. Спасибо вам, Софья Юсуповна, за то, что вы есть у нас. Я голосую за счастливое будущее моей страны, отмечает Софья Юсуповна. Каждые выборы для нее – это не просто отметка в бюллетене, а возможность повлиять на жизнь родного государства, в которой она прожила около века. Чтобы жизнь наша была еще лучше, еще прекрасней. Огромная у нас страна и прекрасная она страна. Вырастила вон каких молодцов. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.